Всем привет, ребят. Ну что, у нас интересный видосик, и, честно говоря, вы точно так же офигеете, как я. К сожалению, не получилось у меня вчера его заснять, но я постараюсь вам сегодня показать, что делается на некоторых серваках. Как вы знаете, на некоторых серваках есть топовые пираты, в которых дают довольно-таки неплохие плюхи и возможность словить героев. Ну, это, конечно, не относится обратно же к русскому серверу. На английском сервере меняют там раз в месяц, даже уже 2 месяца у нас прошло, или 3. Ну, есть, как видите, шанс вытащить третью карту. Есть шанс словить какого-то героя с топовых. Ну, вот 3 карточки мы с вами вытащили там за 4, за 5 тычек, да, то есть плюхи довольно-таки относительно неплохие. 3 карты, сундучки, кулаки 7,5к, ну, так, если посмотреть, расходники классные, пират вообще топовый. Так, сейчас я зайду у себя акции, пожмакаю еще. Я провтыкал был. Так, отлично. Отлично, а что отлично, заберем вот это. Вот. То есть варианты и шансы, скажем так, очень даже неплохие получить классные плюхи. Сейчас мы пойдем, по-моему, на немки, я не знаю, поменялся, не поменялся. Я вам сейчас покажу один сервак интересный, из которого, я честно скажу, сам офигел, но так бывает. Такс, я вам так и не показал, вот, допустим, что у нас на английском сервере в пирате есть. То есть оно без стрелок, ну и расходники. А на других серваках есть другие классные плюхи. Я не знаю, или на немке мы сейчас с вами успеем. Обычно пиратов запускают четверг-пятница. Да, есть пират. Вот немка еще 8 часов. Здесь хладно выдают и возможность собрать какие-то скины. Плюс, конечно же, здесь можно собрать огника. Вторые сумки плюс розу. У меня уже 2 розы есть. Тоже классный пират, но поехали на португальский сервер и поехали офигевать. Я сейчас вам просто покажу картинки и покажу, что делается на аккаунте. Аккаунт, вы, думаю, уже видели, ну и вы так будете знать. Вот посмотрите, вот аккаунт, просто обычный аккаунт, 0 доната, 0 доната вообще. Силы нет, но на нем уже есть Мэри. И вы скажете, блин, да это жесть. Да, ребята, это жесть. Здесь есть пират, который просто мега эпический. Я не знаю, на каждом сервере есть какие-то офигенные плюхи. Не успеваешь за всеми следить, но, блин, есть реально крутые серваки, где можно развиваться без доната. Просто обалденно. Так, сегодня у нас, к сожалению, я не успел. Остров здесь такой же, то есть португальский сервер, обычный, стандартный. Спасибо Дэнни, кстати, за то, что он дал аккаунт. Это, наверное, первая Мэри, которую я вижу не собранную за донат, то есть не собранную с запределья, просто чисто Мэри, которую можно достать с пирата, и я не знаю. Возможно, на других серваках, на некоторых это тоже есть, но здесь это реальность. Из зефиров собирают. Ну, вот вам, пожалуйста, Мэри. Сейчас я постараюсь вам открыть картинку. Покажу вам во всей красоте, как он вчера вытащил, и покажу вам этого пирата. А вот он мне вчера скинул скрины. Посмотрите, какие плюхи. Это он получил, я насколько понял, с одной тычки. Сундучки. Дофига сундуков. 3 карты, ребят. 3 карты. И Мэри. Мэри реально просто бомбически пришла. Ну,
с бесплатки. Это вообще круто. Вот реально вот такие вот плюхи должны быть везде. Я не знаю, почему политика на каждом сервере разная, но если вы даете уже без доната какие-то варианты, то давайте уже всем одинаково. Ладно, там донатные акции можете менять, но бездонатные акции можно сделать везде одинаковые, чтобы они везде были в равных условиях. Тогда будет хоть как-то народ держаться серваков. А, вот такие вот плюхи он вчера получил. Сейчас я вам покажу. У меня есть, потому что я не успел вчера заснять, он ее забрал. А, вот, вот он идеальный пират на сегодня. То есть реально самый идеальный пират, который может быть. А у него получается, не, все-таки третье, шестое, третье, зефир, огник, сумки. Блин, ну я не знаю, реально круто. Сейчас я перемещу немножко вниз. Просто бешено, вот. Просто Мэри на халяву. Гладный есть, ну Мэри, блин, и он ее достал. Что есть еще интересного? Фобушка, ну такое, с расходников карты, в принципе, карты скины. Ну расходники, честно скажу, такие себе, если сравнивать с моим английским сервером, да, то есть пиратом, который я вам только что показал, то эти плюхи, ну, такие, относительно не очень. Но опять же, это можно получить без доната. Но здесь есть зефир, здесь есть огник, сумки, хоть и сумки, но они есть, хоть какой-то шанс увеличить количество осколков. Но а самое основное, здесь есть Мэри. И она собрана, первая Мэри получена, которую я вижу реально без доната, бесплатно. И не собрана с запределья, а просто за удачу в акции. Ну, реально круто. Поехали посмотрим, что у него тут еще есть интересного на аккаунте. То есть это реально бездонатный аккаунт, просто получил вот такую вот имбушку. Это реально круто. А, так, поехали посмотрим, что у него тут интересного есть. Но судя по всему, это аккаунт просто такой чисто тестовый, еще одна финка. Да, он здесь ничего не делал, но, блин, для начинающего аккаунта, так, чтобы вы понимали, вот такой вот герой, это реально кайф. Если он прокачает ее, он соберет там, допустим, себе без проблем, он будет фармить на своей силе. То же самое за пределе, да, Lost Land, и без проблем сможет собрать другие герои, топовые плюхи, потому что Мэри там очень нужна, и она очень будет помогать. Правильную сборку сделать, вложить, и она будет... крутая. Конечно, и Фрея надо, там и ворожей надо, но я уже показывал вам возможность, как можно вытащить побольше осколков, то есть собираете там 2-3 топовые героя, остальное забиваете просто гарнизонами. Я еще потестирую другие варианты на эту локацию, но это реально. И вот, пожалуйста, бездонатный аккаунт с Мэри. Не знаю, круто, вот реально круто, это радует. Это португальский сервер Pelotão Valente, вот так вот он называется. То есть шанс, как видите, довольно-таки неплохой. Если ему упало, то я думаю, ребята, которые немножко позадротничают на нем, насоберут нормально так само, я думаю, через недельку-две опять этот пират вернется и возможность... выиграть, оттуда достать Мэри есть. Ну, я показывал вам и турецкий сервер, где просто донатные акции в разы дешевле, и тоже есть возможность пособирать дофига плюх. То есть таких серваков реально очень много, и это радует, что хоть где-то без донатом дают хоть какую-то возможность пособирать определенные плюшки. Так, это наши итемы. Сейчас хочу почистить немножко склад. Отлично, суперсила. Спасибо, HGG. Неожиданно, нежданно. Так, тут итемы. На каждом сервере есть свои какие-то приколы, плюхи, но есть серваки реально, где кайф для бездона. Я, кстати, начал качать уже по чуть-чуть, что-то мне зашло вчера. Психанул, начал качать этот... как его? КБшку. Почти какой там 12 левел вкачал. Потом забил, потому что очень долго бегать. Но реально хочу собрать плюхи, хочу побегать и посмотреть, сколько я плюх, каких получу. Ну, кроме вот этих вот расходников.
на прокачке, как долго я буду качать. У меня 2500, у меня где-то 2600 было. Сапожек. Я хочу собрать, посмотреть, сколько у меня будет плюх за прокачку с нуля до максималки. До максимального уровня королевской битвы. Ну, это длительный процесс, скажем так. Ну, тут сейчас намного проще качать, потому что есть вот такие вот пачки, которые дают реально дофигища опыта. И намного проще начал, ну, быстрее намного качается левел, нежели это было раньше. То есть потом добавили эволюцию, потом добавили смеса, а сейчас добавили вот таких вот демонов. В этой обнове поменяли немножко плюшки. И реально сейчас отсюда падает нормально опыта. Ну и плюс нормально, кстати, ресурсов падает. Плюс эмблемки какие-то. Ну, скажем так, шансы довольно-таки неплохие. Сейчас еще хочу глянуть заодно, какие есть плюхи у алтаря. Точнее, не плюхи. Ну, торгаши реально очень круто вылазят. Такс. Тут у меня был 29-й, поменялся 10-й, 25-й и 10-й. Видите, они так меняются местами. 533 дня. Почти 2 года чувак держит. Да. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Поздравляем владельца аккаунта с Мэри. Надеюсь, он там будет играть. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.